Кстати, когда теплеет и снег начинает таять, сточные воды со всего 7-го микрорайона спускаются в аккурат к дому номер 48 по улице Изыскателей. Из-за этого уже много лет по весне жильцам приходится чуть ли не вплавь добираться до своих подъездов. Этим летом, обещают коммунальщики, проблема, наконец, будет решена. Разработан проект, будет летом выполняться ливневая канализация, чтобы отвести воды сточные, потому что дом находится в самой низкой точке микрорайона и практически со всего микрорайона в ту сторону.